Средняя общеобразовательная школа интернат номер 4 в поселке Куанда. Она была построена в далеком 89-м году. Спустя 10 лет здесь появился и интернат, где круглосуточно находятся ребятишки из отдаленных населенных пунктов. Дети проживают постоянно у нас. Многие проживают с августа по май, ребятишки. Так, на каникулы детей мы отвозим по домам. Сейчас их 32. То есть за последнее время 30, 32, 35. Ну, вот такой стабильный контингент ребятишек. Всего в средней общеобразовательной школе 230 учащихся. Помимо учебы, ребята посещают и кружки по интересам, в том числе спортивные секции. К слову, перечень факультативов можно было бы и расширить. Однако для этого нужны дополнительные педагоги. А пока каждая рабочая единица здесь на вес золота. На постоянной основе занимаются со школьниками и тренеры детской спортивной школы. У ребят есть и свой собственный бассейн. Он функционировал до 2010 года. После его закрыли, а в этом году удалось запустить снова. Уроки физкультуры в бассейне начнутся у ребят уже со второй четверти. Мы его ремонтировали. Делали один в 2010 году делали вентиляцию, электроснабжение бассейна, а в этом году удалось сделать систему очистки воды и чашу отремонтировали. Отремонтировать в школе хотелось бы гораздо больше, признается директор учреждения. Ведь капитального ремонта здание не видело больше 30 лет. Больше всего в плачевном состоянии сегодня находятся системы отопления и канализации. Температура в классах невысокая, а местами и вообще холодно. В решении проблемы помогает местная администрация. Оно требует настройки. Эта работа сейчас ведется. Там примерно еще неделя будет эта работа вестись. Местная администрация помогает, чем может. К примеру, не так давно из бюджета были выделены деньги на ремонт 6 кабинетов в школе. Однако этих вливаний недостаточно. Благо, Дом знаний поддерживает компания «Удаканская медь». Воспитанникам интерната они купили хорошую современную одежду, отремонтировали спальные комнаты, видеозал, игровую комнату и даже купили несколько велосипедов. Конечно, у меня-то мечта, чтобы у каждого ребенка, чтобы можно было бы все красоты нашего района посмотреть, съездить, велопробеги осуществить. Ну, я думаю, что мы к этому придем. А поможет в этом компания «Удаканская медь», которая, как показало время, к чужим бедам и проблемам неравнодушна. Тем более, что следующий 2022 год глава Каларского округа Сергей Климович объявил годом Куанды. Анжелика Понебрашина, Иван Дементьев, ЗапТВ.